Всем привет, меня зовут Дима, и сегодня мы начнем проходить новую карту в The Escapist. И как видите, здесь у меня есть сокамерник, это очень плохо. И как вы понимаете, пока этот чувак будет в моей камере, я не смогу спокойно сломать стену или сломать вентиляцию. Так что мне придется это делать в течение всего дня. Итак, прямо с самого начала дня мы берем просто офигенное задание отличить Семченко на завтраке. То есть после утренней переклички у нас сразу будет завтрак. Ну а пока у нас перекличка, ребят, господи, я не заметил, что здесь камера у нас. Надеюсь, меня сейчас бить не будут. Господи, как так я не заметил? Это фигово на самом деле, так что мы сейчас берем зубную пасту и попытаемся сейчас отключить эту камеру. Это у нас почти получилось, но... Ребят, у меня очень много подозреваемости. Прям очень много. Сейчас попытаемся обыскать еще Ваню и Семченко. То есть украдем еще один гребень и... На завтраке попробуем с кем-нибудь подружиться. Наверное, буду дружиться опять, как всегда, впрочем, с Ромой и с Ваней. Ну, а потом посмотрим, если мне понравится большая банда, то подружусь еще с кем-нибудь. Так, ладно, мы сейчас быстренько ищем Рому. Где он у нас? Вот. Он, как раз, что-то продает, но денег у нас все равно мало, пока что мало. Так что мы 3 гребня дарим Роме и 1 гребень Ване. И теперь просто смело нападаем на офицера. И получаем свои 25 баксов. Так, и в итоге у нас 35 баксов. 31. Довольно неплохо. И, ребят... Мы безработные, окей. Так, здесь у нас есть работа садовника, портного и на прачечной. Что ж, жалко то, что здесь нет, конечно же, работы на кухне. Ну, да ладно, ребят. Скорее всего, я буду так и быть работать портным. Теперь, в общем, ищем, где у нас эта работа портного. И если мы до окончания завтрака найдем эту работу, то я думаю, мы сможем, в принципе, отжать ее. А вот только я понятия не имею, где она. И я уже, ребят, пошел не туда и в итоге вернулся на завтрак даже. Окей. Так, ага. У нас есть проход на улицу. И, ребят, надо быстрее бежать. Где у нас тут? Вот прачечная. Короче, вот, на. Не знаю, кого я именно отвлек. Вроде бы у нас читбайнет работает портным. Вроде бы я отвлек того, кого мне надо. Читбанет, блин. Ладно, сейчас придется все-таки пару часов мне от него побегать. Тихо, не сбейте меня, только офицеры. Не сбейте. Ну, в принципе, он все еще за мной гоняется. У него, кстати, есть задание даже. И здесь они маны избили. Толга карты за точка. Ладно, не буду брать ничего. Так, они от меня отстали, что ли? Да ладно, блин, мне надо как-то быстренько отвлечь его. Да, реально он от меня отстал уже. И мы, твою мать. Окей, опять спалились, опять, в принципе, они за мной будут бегать. В принципе, остается у нас еще полтора часа. В принципе, это недолго. Сейчас побегаем от него. Я хочу взять у него здание, но почему-то я не могу по нему прыгнуть, потому что, блин, господи, что это такое? Он вообще в нем застрял нафиг. Я хочу опять добраться до той таблички, где у нас показано, кто где работает. А где реально это место-то? Почему я его не могу найти? Вы опять меня потеряли, что ли, или нет? Нет, нет, все хорошо. 5 хп, ребят, 5 хп, это очень долго восстанавливается. И вот на библиотека, отлично. Генератор там был, блин. А, ребята, где реально? Где нам устроиться на работу? Все, уже час дня, я думаю. Да, сейчас будет полуденная перекличка, так что мы сейчас просто отправляемся на перекличку. Сейчас обыщем читбаннета и заберем у него, вау, файл. Твою мать, все-таки спалился. Надо до туалета быстро добежать, оставить там файл. Тихо. Что в туалете? Господи, у нас в туалете металлоискатель есть. Вот это жопа, конечно же. Вот это мне нафиг не надо. Так, ребят, мы нашли генератор. Чтобы мне до него добраться, мне надо сломать всего лишь одну стену. Всего лишь одну стену. Или там у нас какая-то дверь с ключом, да? Как я понимаю. Здесь у нас оранжевый ключик. Окей. Слышите, ребят, мне походу реально придется найти оранжевый ключик. Потому что только с помощью оранжевого ключика я смогу забраться на крышу. Ладно, слышите. Где-то здесь у нас была библиотека. Так что мы сейчас должны пойти в библиотеку и прокачать 40 интеллекта, потому что именно 40 интеллекта нам потребуется для того, чтобы устроиться на работу портного. Или там какую работу мы отжали, я не помню. В принципе, эти две работы ничем не различаются. В принципе, единственный плюс работы в прачечной, то что я могу украсть форму офицера. Но мне все равно придется избивать офицера, так что я думаю, эту форму я смогу легко достать. И я думаю, блин, ребят, идет всего лишь первый день, а мы уже устроились на работу. Просто офигенно. Так, где теперь это... Вот эта табличка. Портной, подать заявку. Отлично, теперь мы работаем портным. И, слушайте, ребят, теперь я хочу пойти в столовую, взять немного вилок и попробовать сломать ту стену, которая у нас в камере. Черт возьми, ужин. Это мне сейчас не надо этого. Что ж, пока заточим гребень. Кого здесь сбили, господи, кого избили? Читбанан-то, окей. Так, Роме подарю один гребень. И просто возьму очень много вилок. 4 вилки, в принципе, будет достаточно. Мне бы сейчас найти, конечно же, еще один клей и чернила, чтобы скрафтить фейковый блок стены. Ну да ладно. Если я найду эти предметы, то мне просто вообще же очень жестко повезет. Но я ни на что не надеюсь. Так, деревянная скоба. То есть деревянная подпорка, окей. В принципе, все же 2 дерева понадобится. Тальк и у Вани задание шоколадку.
Слушайте, такие легкие задания так-то. Тальк. Кому-то там нужен был тальк. За 19 баксов. Ну, блин, ладно, тальк мы просто сможем найти, не хочу его сейчас покупать. И потом в плюсе всего лишь на пару баксов быть. Нет, сейчас просто отправимся к себе в камеру, если у нас сейчас не будет никого. Угу. Время упражнений. То есть сейчас мы еще час покачаемся, а потом на 100% будет душ. То есть еще 2 часа у нас идет просто на тренировку и на душ. Так, у меня... Нет, ребят, по идее, у меня еще очень много времени останется. И я думаю, я сумею сломать эту стену. Так, у Дентворик задание появилось. Я могу взять задание, да? Да, могу. Угу. Если бы он не драться начал, то бы я взял у него задание. Так, а почему офицеры их не видят? Да ладно. Они просто беспалевно дерутся. Вау, еще один файл. Ну, блин, там у нас металлоискатель, да? Так, ладно. Клей. Вилку здесь оставлю. Файл заберу. Надеюсь, сейчас у нас металлоискателя здесь не будет, а он там будет 100%. Блин, и что мне делать? Побегать немножко? Тихо. Где бы мне этот файл оставить, господи? В туалете у нас металлоискатель, везде у нас металлоискатели, господи. Ага, я немного туда завернул. Твою мать! Здесь еще и снайперы у нас. Отлично, замечательно просто. Просрали мы один файл, у нас... Уже 7 часов вечера, ребят, а мы до сих пор не начали ломать нашу стену. Угу, вечерний перерыв, слава богу, у нас нет сейчас вечерней переклички. Прямо так, в 7 часов вечера, как знаете, это часто бывает. И давайте сейчас обыщем какую-нибудь камеру, например, вот эту вот. Мне просто надо своровать много зубной пасты. Так, 2 тюбика мне будет недостаточно, потом, в общем, еще заберу. Так, выключаем камеру и, в принципе, ломаем эту стену. У нас есть еще, в принципе, ну, 2,5 часа. Я думаю, мы успеем, если сейчас меня эти ребята не будут палить, а они меня палят. Черт возьми, у меня 70% подзадеваемости. Сейчас, если просто офицер пройдет мимо и увидит, чем я занимаюсь, это будет просто капец, и меня опять изобьют нафиг. Кстати, блин, пока вот никого здесь нету, мне бы надо достать тот файл, который у меня в туалете лежит, а то потом я это просто не смогу сделать. В принципе, за час мы сломали только 50%, и, в принципе, пока идет все хорошо. У нас осталась только одна вилка, а чтобы сломать стену, мне надо найти еще одну вилку. Сейчас, в общем, сброшу усталость. Я думаю, хватит. Достану, наверное, файл. Надеюсь, сейчас здесь не будет офицеров и меня не спалят. Просто его в столике оставлю. А сам я попытаюсь быстренько дойти до кухни, взять одну вилочку и опять идти к себе в камеру. Так, отлично, камера у нас сейчас уже включается. Но ничего страшного, у нас есть еще одна зубная паста. И, в принципе, продолжаем. Ребят, я думаю, я успею до вечерней переклички. В принципе, до чего нам остается 36% сломать. А еще у нас целых полчаса. Для плюса у меня усталости очень мало. Поэтому я думаю, реально успеем. В принципе, все равно эту стену я доломать не буду. И остается сделать всего лишь 3 удара. То есть 12% сейчас будет 8. И все. У этой стены остается буквально 4% прочности. Добивать я ее, конечно же, не буду. Потому что мне это не надо. У меня нет сейчас никакого постера и ложного блока стены. А я сейчас просто возьму одну зубную пасту и попытаюсь опять обыскать эту камеру. Потому что, по-моему, отсюда я не забирал зубную пасту. Да, так оно и есть. Так, вау, сколько предметов я забрал. И читбанты я, по-моему, обыскивал. Да, так оно и есть. Так, в общем, возвращаюсь к себе в камеру, оставляю здесь все предметы, и у нас есть еще целых 2 гребня. Подарим их, наверное, Ване. Окей, сейчас просто ждем, пока все ребята соберутся, пока придут наши офицеры. Никаких тальков я, помню, не находил, шоколадку тоже не находил. Так, для подпорки мне потребуется еще одно дерево. Да. О, так, тальк и древесина. Так, в общем, Рома, на, держи теперь тебе парочку... заточек. Так, за 7 баксов дерево и за 11 баксов тальк. А за задание мне дадут 12 баксов. Но, слушайте, на чуточку мы будем в плюсе. Прям реально... Тихо! Чё творите, я... Офигеть! Чё происходит нафиг? Я успею вернуться в свою камеру или нет вообще, ребят? Офигеть просто! За что меня сейчас снайперы убили? Отбой. Так, все, слава богу, я успел вернуться в свою камеру. Что нафиг происходит? Почему вы закрыли камеры? Отлично, ребят. Ща, я думаю, я должен сдохнуть. Смотри. И я появлюсь в своей камере. Все, слава богу, а то если бы офицеры увидели то, что меня нет в своей камере, меня бы просто посадили в карцер, скорее всего. Окей, то есть сейчас мы могли выполнить целых 2 задания, но я отошел буквально на 1 блок от переклички, и меня сразу же нафиг спалили. Так, запрещенный предмет на всякий случай заберу себе, а то вдруг меня спалят.
Я мог выполнить целых два задания. Скрафтить деревянную подпорку и подарить... И я мог дать тальк читбанату. Нет, тальк-то у меня остался. Где, кстати, читбанат у нас? Вон, он лежит. Нет, до него не смогу дотянуться. Окей, окей. Что ж, тальк оставим здесь. И просто... Просто ляжем спать. Капец, целых два задания мы могли выполнить, но... Окей, надеюсь, мне сегодня тоже повезет. Я опять сегодня какие-нибудь запрещенные предметы найду. В общем, прямо с самого начала дня бежим и будем обыскивать. Твою же мать, нифига себе! За сколько блоков ты меня спалил-то? Офигеть, я просто офигею. Жалко, что здесь у нас вот такие вот решетки, на которых я, к сожалению, не могу повесить покрывало. Да, и теперь меня офицер будет всегда палить. В общем, есть у меня 3 гривня, прям с самого начала дня. Опять дружусь с Ромой. Я уже так нормально с Ромой подружился. На 90%, окей. Он продает все те же предметы все еще. Теперь мне нужен Ваня. А Ваня у нас спрятался немножко, ну да ладно. Так, сегодня нас не проверяют. Ребят, мне надо подарить кому-нибудь один гребень, потому что там у нас будет металлоискатель, через который я просто так не смогу пройти. Как думаете, я успею еще одну камеру обыскать? Успею? Нет, успею. 10 секунд, в принципе, еще. Вау, вот это да. Я сейчас просто... Тихо. Сейчас надо эти предметы у меня в столике оставить. Так, нет, гребень я себе заберу. Вот так вот. Так, положу гребень к себе, чтобы пройти через металлоискатель. Сейчас достану его, затащу еще один гребень. И где у нас Ваня? Вот он. На, держите два гребня, чувак. Теперь мы просто, наверное, покушаем. А после завтрака мы, наверное, отправимся на свою работу. Будем получать деньги, потому что сейчас у меня всего лишь 3 бакса. Деньги нам потребуются для крафта кусачек. Хотя нет, стоп, какие кусачки? Для начала мне надо скрафтить какой-нибудь плакат или ложный блок стены. Для этого мне потребуется, как вы, наверное, уже знаете, скотч и журнал. Ни того, ни другого у меня нету. А для крафта ложного блока стены мне потребуется еще один клей и чернила. В общем, попытаемся найти эти предметы, но сразу же после работы. Я надеюсь, быстренько выполним свою работу. А, буквально за сколько? Ну, надеюсь, за час мы управимся, как думаете? Хотя нет, уже прошло полчаса, господи. Ничего, сейчас мы быстренько накрафтим. Шляп, штанов, всех, господи, половина работы есть, отлично. Так, прошло 30 минут, и мы уже, по-моему, почти выполнили свою работу, практически. Все, свою работу мы выполнили, теперь эту фигню здесь оставляем. И что ж, ребят... Я хочу подкачать немного интеллект, потому что он уже меня немножко упал. А для крафта ложного блока стены или постера мне потребуется интеллект так 40. Так, сейчас я чуть-чуть его покачаю. Все, я думаю, в течение дня он меня не упадет. И теперь мы, в принципе, идем к тебе в камеру. Возьмем немного зубной пасты и, в принципе, будем дальше обыскивать камеры. И я тут у Ромы нашел клей. Отлично. В принципе, ребят, для того, чтобы мне сделать ложный блок стены, мне потребуется найти только чернила. Так, надеюсь, я их найду. Сейчас берем зубную пасту. Эти камеры я обыскал. Окей, зайдем сюда. У нас Семченко. Да ладно! Да ладно, мне повезло. Я нашел файл, ребят. Меня сегодня не проверяют, так что этот файл я могу, в принципе, кинуть себе в столик. Шоколадка, по-моему, кому-то там нужна для задания, так что я ее не буду убирать далеко. И тальк тоже не буду убирать. Так, в общем, идем обыскиваем дальше. Так, Семченко я обыскал. Стоп. Да, я Ваню не обыскал. А у Вани у нас... Не, стоп, я... Господи, я уже у вас был уже. Ребят, вы чё? Так, еще раз посмотрю, что там у Ромы. У Ромы ничего нету. И анимана я тоже смотрел, да, получается? Нет, у анимана как раз еще один тальк. Ну, кстати, ребят, тальк нам понадобится для того, чтобы скрафтить себе ключик. Да, так что я его заберу. То есть один тальк сюда, еду сюда. Гребень пусть пока побудет со мной. А, черт возьми. Мне надо побольше зубной пасты. Скотч за 30 баксов, нет, у меня всего лишь 14 баксов, это очень мало, блин. Ребят, блин, надо выполнять задание, потому что вдруг у парней будет продаваться чернила, а я их не смогу купить. Так что мы сейчас забираем тальк, зубную пасту, блин. Я же хотел сейчас украсть немного зубной пасты, а забыл. Так, у Вани есть, она есть? Да, зубная паста и у Семченко, пожалуйста. Все, 2 чебика мне, в принципе, будет пока что достаточно. У меня есть только 2 задания, которых я могу выполнить. Это дать тальк читбанату и шоколадку для Вани. Что ж, пойти что ли попробовать найти их? Хотя я думаю, это у меня вряд ли получится. По-моему, кто-то у нас... Вот, Ваня у нас работает на прачечной, так что, чувак, держи шоколадку. Так, все, теперь у нас есть 35 баксов.
уже неплохо. И кому там нам нужен тальк? По-моему, читбанату, да? Тальк для читбаната. На тебе тальк. 45 баксов, ребят. Сегодня меня проверяют. О, черт. Черт. Куда же мне мои вещи сложить? В туалет их прятать не вариант, потому что там у нас металлоискатель. Наверное, просто в столике у Руслана эти вещи оставлю. Да, надеюсь, они не пропадут. Так, у анимана есть один скотч. Сейчас мы гребень сделаем. Подарим аниману. И Руслан что-то у нас продает интересное. Пока что ничего у Руслана нету. И мы на целый 1 бакс дешевле покупаем клейкую ленту у анимана. В общем, крафтим теперь кусачки. Хлипкие кусачки, нам этого будет недостаточно, так что мы потом эти кусачки будем улучшать. А теперь мы просто ждем, пока здесь пройдет драка. Избили Руслана, Семченко и Руслана. Так, хлорка и швабра. Окей, теперь, в общем, просто отключаем камеру, залазим в столик к Руслану и оставляем здесь хлипкие кусачки. Надеюсь, я успею их и потом забрать до вечерней переклички. А если не успею, то... Все, мои кусачки, в принципе, будут потеряны. Зато я нашел журнал, и теперь мне нужен всего лишь один скотч, чтобы скрафтить постер. Ну, ладно. Так, у Семченко есть задание, так что давай, чувак, быстрее вставай. Я у тебя возьму это задание, посмотрю, что там хочешь от меня. Так, аниман пытался стырить, у меня игра в кости. Так, то есть мне надо найти у анимана предмет, игра в кости. Окей, сейчас беру зубную пасту, отключаю вот эту вот камеру, посмотрю, есть ли этот предмет у него в столике. А если нету, то мне придется анимана, к сожалению, избить. Окей, теперь ищем анимана, попытаемся его поставить. То есть я анимана ударю, он погонится за мной, и я сделаю так, чтобы офицеры увидели, как он меня бьет. Да, я думаю, вы знаете этот способ уже. Сейчас проблема заключается в том, что я не знаю, где у нас ходит аниме. Серьезно, блин, ребята, где он ходит-то? Я уже вроде бы обыскал практически всю камеру. Руслан только. Руслан, Семченко, Семченко, Ивангай. Странно, ребята, где все? Вот он, аниман. Мы сейчас... Да господи, зачем ты с кем-то подрался? Они сейчас, ребят, если его и забьют, а его избили. Все, нашел игру в кости. Отлично, выполнили задание. И сейчас у нас ужин. Блин, у нас теперь 45 баксов. В принципе, я думаю, хватит на скотч. Если у нас сегодня будет скотч, то, в принципе, я смогу сломать эту стену у себя в камере. И уже за этой стенкой хранить запрещенные предметы. Это будет просто офигенно. Такое внимание, я недавно... Да ладно! Еще одна клейкая лента? Нифига себе. Прямо сейчас пойду и скрафчу себе этот гребаный плакат. Пофиг то, что подозреваемость у меня повысилась. Мне все равно сейчас добьют. Но да ладно, в принципе, крафчу себе плакат. Беру одну вилку, беру зубную пасту, офую камеру и ломаю эту стенку. Ломаю эту стенку, эта стенка у нас быстро ломается. Обыскиваю Руслана, забираю хлипкие кусачки. Хлипкие кусачки серии я могу хранить здесь. Закрываю за собой. Что ж, ложный стеновой блок. Я думаю, его можно, ребят, успешно смыть. Да. И нас сейчас изобьют. Я думаю, много денег мы все равно не потеряем. Сейчас ближайшего офицера ищем, он нас избивает. За 2 удара всего лишь. И нам даже, по-моему, ближе бежать до тренировки. Ладно, теперь будем качаться, чтобы нас так быстро не избивали. Так, и Рома продает у нас файл. Ладно, денег у нас пока нету. И заданий... Практически нету. Аниман хочет все-таки эту подпорку, но, чувак, я пока ее тебе не могу дать. Так, у Руслана там клей. Вы слушайте, ребят, в прошлый раз, когда здесь парни дрались, офицера было просто пофиг, они этого не видели. И теперь, по идее, когда я у Руслана украду клей, мне тоже ничего не будет. Ага! Конечно же, ничего не будет. Так. Подозреваемость у меня невысокая, так что снайперы меня, в принципе, не убьют. А сейчас я просто сразу же... Направлюсь в душ. По пути даже интеллект могу прокачать. Чуть-чуть. Сколько у меня там? 42? Ладно. Пока что достаточно. Так, по-моему, у меня уже этот третий клей, да? Теперь мне надо найти только гребные чернила. Нет, ребят, серьезно, сколько у меня там клея-то лежит? Да-да-да, это третий клей. Все, теперь надо найти только гребные чернила. А что такого-то? За что меня наругали? Отлично, просто ни за что. У них обновились задания. Так, читбанд хочет, чтобы мы избили Крейзи Мега Хэлла? Нет, я не способен на такой, чувак. Так, Однотворие хочет, чтобы мы избили Руслана. Нет. Все хотят, чтобы я кого-то там избил. Но нет, я не буду никого избивать, потому что я это просто не смогу, скорее всего, сделать. Вечерний перерыв, ребят. Что ж, у нас нет никаких заданий, к сожалению, нет. Так что мы сейчас просто попытаемся затащить гребень и втюхать его кого-нибудь. Не знаю только кому. Вот, Ваня, отлично. Что ж, все камеры мы уже обыскали. Так, Рома ничего нового не продает, да? К сожалению, ничего нового у него нету. И что ж, ребят, у нас идет второй день, а нам придется сломать еще одну стену.
Да, так что я думаю, сейчас мы опять запасемся вилками. Надеюсь, здесь будет у нас 4 вилки. Да, слава богу, 4 вилки мы успешно украли. Теперь берем зубную пасту. И с помощью этой зубной пасты... Твою мать! Да вы что, серьезно что ли? Капец. Я хотел просто украсть немного зубной пасты. Так, одного тюбика будет мало, так что... Ребят, я уже не помню, у кого брал зубную пасту, у кого нет. Серьезно. Здесь брал... Неужели у Семченко брал? Да ладно! Вау! Нифига здесь еще вентиляция. Неплохо. И только не говорите то, что я и Онимана был. Нет. И Рома, пожалуйста. Твою мать, я уже всю зубную пасту потратил, офигеть. Ладно, оффаем камеру. Теперь мы берем немного вилок и возьмем немного еды. Почему бы и нет? Так, стоп, стоп, стоп. Теперь вот так вот делаем. Так, это оставляем здесь. Вилочку берем. С собой закрываем. Твою мать, Ваня, что ты делаешь? И теперь, в общем, начинаем ломать эту стену. Так, ребят, наверное, вентиляцию я идти не буду, потому что мне она нафиг не нужна. А у нас там в генераторной есть уже проход на крышу. Так что я сейчас просто разбиваю эту стену, потом разобью ту стену, которая у нас в генераторной, и, в принципе, все. Сейчас, прямо сейчас ухожу из своего логова, потому что боюсь того, что меня спалят. Да здесь у нас очень рядом стоят офицеры, прямо возле моей камеры, и вдруг, если я вылезу из этой комнаты, меня спалят. Нет, этого я, конечно же, не хочу, поэтому просто будем стоять на перекличке, будем смотреть, кого они сегодня проверяют. Хотя... Все, теперь запрещенные предметы я могу хранить вот здесь вот. Единственное, я хочу взять у вас задание, ребят. Новые задания у вас есть? Да ладно, ребят, почему вы не обновляете задание? Почему у вас одно и то же? Избить кого-нибудь? Избить офицера? Нет, 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 нет. Избивать офицера я никогда не буду. Ну хотя нет, стоп, ключ мне все равно потребуется найти. Но скорее всего я это сделаю с помощью горячей шоколады. Да, так что мне придется найти еще целых две зажигалки. И... кружку и шоколадку. Да, все, тогда у нас будет уже... оранжевый ключик. Ну а если вам понравилась эта серия, то можете поставить лайк, позвать друзей. Ну а с вами был Дима, и всем пока.